Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Савельев Олег Владимирович. Я инструктор, тренер, эксперт по дрессировке Российской экологической федерации. Я нахожусь в Реховоте, Израиль. Здесь будет семинар, который я буду вести. Этот семинар будет посвящен международным программам дрессировки. В первую очередь это собака-компаньон ПХА, это ИПО, три раздела след, послушание и защита. И также немножко мы коснемся обиденс спортивного послушания. Семинар будет проходить в течение 3 дней. И вот все указанные моменты, все указанные программы и сложные моменты, связанные с коррекцией собак, в том числе с коррекцией поведения, чтобы собаки жили спокойно и счастливо с людьми, в семьях, в домах, все эти вещи будут затронуты. И по итогам семинара будут подведены определенные итоги. Мы посмотрим, насколько за эти несколько дней вырастут собаки и насколько они поднимутся в своих навыках и насколько в своих навыках поднимутся также их проводники и владельцы. Отдельно на нашем семинаре мы остановимся на такой проблеме, как проблема подготовки фигурантов. Фигурант – это технический, физический, эмоционально подготовленный специалист по защитной службе, работающий либо в рукаве, либо в полном костюме. Но мы будем в первую очередь уделять внимание работе в рукаве. И этот человек, который на тренировочных занятиях исполняет роль некоего, с одной стороны, учителя собаки, который учит, как правильно кусать, как правильно бороться с человеком. С другой стороны, он выполняет роль некой живой добычи для собаки. А на испытаниях и соревнованиях этот человек выполняет роль помощника судьи, то есть некоего тестового инструмента, его правой руки, при помощи которой судья тестирует собаку и проводника на определенные качества, такие как твердость, наличие агрессивности, наличие желания борьбы и выраженность желания борьбы. Также способность выдерживать психоэмоциональные нагрузки. Вот этой проблеме подготовки, технической подготовки фигурантов будет, в частности, и этой проблеме тоже будет посвящен семинар, и мы эти вопросы обязательно обсудим. Олег Савельев, специалист по зоопсихологии, инструктор, фигурант, эксперт по международным видам дрессировки, победитель первого всероссийского турнира фигурантов. Работа Олега Савельева получила высокую оценку международных экспертов. Собаки, с которыми занимался Савельев, неоднократно входили в состав сборной страны на чемпионатах мира. Один из самых авторитетных инструкторов в России. Олег Савельев считает своей главной задачей научить людей правильно выстраивать партнерские отношения со своими питомцами.